Район 94-го километра трассы Петропавловск-Камчатский, Октябрьский. Вот так вот. С него дов все валится. Самки не поротые. Видимо, ночная куча. Еще одна. Обнаружены следы от грузовиков с парки. Колеса. Вот такая вот у нас рыбалка. Людям уголовки мотают, а сюда вываливают. Не надо рыбачить. Просто решет. Решет и свободен. Вот, пожалуйста, мы остановились. Вот всем знакомые ребята. Мы остановились специально, чтобы посмотреть в этой рыбе, которую мы видим всю дорогу 20 километров. Икра, интересно, есть? Да, вот, пожалуйста, икра лососевая. Рыба рвется уже. Пожалуйста, смотрите. Просто из тыки, смотри. Целый. Смотри следующую, смотри. Пошли. О, смотри. Братуха, режь ее. Пожалуйста. Смотри, полная икра. Вот. Смотри. Смотри, полная. Вот. Сука, твари. Режь ее, бро. В Москве килограмм. Вот, официальная рыбалка. РПУ, смотри, невод, видишь, стоит. Вот, пожалуйста. Вот, смотри, еще одна. Ой, самка, смотри, сука, икры. Ой-ой-ой-ой-ой. И вот так валяется все это в поселке Октябрьский. Я этого, у меня прямо нервы не выдерживают. Вот такое вот. Чпок-чпок. Вон икра вылетает из-под колес. Ёкарный бабай. Начинается. Вот мы обратно по этой же дороге. Так, чуть, наверное, не видим. Я про то и говорю.